Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, улица Симбирская, 47. Посмотрим с вами новинки и ассортимент в этом магазине. В продаже появились чайники электрические торговой марки «Демакс». Мощность 2000 Вт, объем 2 литра 200 мл. Изготовитель Китай. Покажу вам, как выглядит этот чайник. Он изготовлен из нержавеющей стали, имеется световой индикатор работы. Кнопка включения здесь сразу на ручке, а кнопка открывания крышки на крышке. Здесь закрытый нагревательный элемент. Цена 539 рублей. Следующая новинка – это набор инструментов. 46 предметов, и все это продается в пластиковом кейсе для хранения. Здесь головки, 13 штук, посадочный квадрат, головки биты 21 штука, 3 ключа шестигранных Г-образных, кардан, шарнирные удлинители, гибкий удлинитель, вороток Т-образный, трещотка, рукоятка и адаптер для бит. Вот так вот. Кейс черного цвета, цена 752. Также есть вот такая лампа трехлепестковая мощностью 32 Вт. Это торговая марка «Демакс». Цоколь здесь обычный Е27, световой поток 2900 люмен. Цветовая температура 4500 Кельвин. Можно использовать как дома, так и на улице. Размер 85 на 180 мм. Цена 194 рубля. А еще здесь в продаже есть сварочный инверторный аппарат ручной торговой марки «Старт», производства «Россия». Мощность его 6 кВт. Покажу, как он выглядит. Стоимость 3327 рублей. Стрейч-пленка для пищевых продуктов. Продается в рулоне. Размер 30 см на 200 метров. Изготовитель «Россия», Москва. Цена 94,50. Мыло туалетное, ординарное, семейное, торговой марки «Салют», масса 200 грамм, ГОСТ, изготовитель город Нижний Новгород, цена 32,50. Также в наличии есть средства для мытья посуды, капля универсальная с ароматом яблока, 1000 грамм здесь, изготовитель город Самара. Средство густое, цена 66 рублей. А это мицеллярная вода для снятия макияжа. Подходит для всех типов кожи. Содержит гиалуроновую кислоту и витаминный комплекс. Не содержит спирт. Изготовитель Санкт-Петербург, 500 мл, цена 52 рубля. Друзья, следующая новинка – это соль для ванн морская, натуральная. Масса 900 грамм. Солевые ванны повышают тонус, улучшают сон, снижают мышечное напряжение и успокаивают. Изготовитель «Россия». Зип-пакет, цена 43,50. И есть еще второй вариант. Природная соль для ванн. От этого же производителя тоже улучшает сон, расслабляет и повышает иммунитет. Хвойный концентрат. Тоже 900 грамм в упаковочке. Цена у них тоже одинаковая. Тоже зип-пакет. В продаже есть кухня белого цвета из ЛДСП. Длина 160 сантиметров. Здесь, как видите, 4 шкафчика, 2 навесных с полочками и 2 напольных. Из них один стол со столешницей цвет тростник и тумба под мойку. Мойки в комплекте нет. Изготовитель «Россия», город Пенза. Стоимость 6590 рублей. В продаже есть кружка, называется «Сказка». Она стеклянная, объемом 350 мл. Изготовитель «Россия». Цена 49,90. И есть еще в ассортименте кружки «Палитра». Они объемом 360 мл, тоже в составе стекло, изготовитель «Гусь хрустальный», цена 65,90. А это наборы. Наборы есть бокалов для вина и для шампанского. В наборе 3 бокала объемом 240 мл, изготовитель город «Гусь хрустальный», цена 300 рублей за набор. Тарелка глубокая, суповая, из опалого стекла, диаметр 20 сантиметров, изготовитель город Гусь Хрустальный. Сейчас цена немножко снизилась, они сейчас 100 рублей стоят. Также есть наборы чайные от торговой марки «Люминарк». В этом наборе 12 предметов из опалого стекла на 6 персон, 6 чашек и 6 блюдец. Цена 863. Корзина для белья «Лен» объемом 75 литров. Она складная, сборно-разборная, длина 43 см, ширина 32 и высота 60 см. Цвет «Слоновая кость». В составе полипропилен, цена 592 рубля, изготовитель «Россия». Мешки для мусора с завязками всегда такие покупаю. Они синего цвета на 45 литров, в упаковочке здесь их 30 штук, цена 53,50. А еще есть пакеты для мусора большого объема на 120 литров, 10 штук в упаковке, и они черного цвета. Цена 52,50. Пакеты для заморозки и фасовки, трехлитровые, небольшие, в рулончике здесь их 100 штук, цена 39,90. В продаже есть миска из нержавеющей стали, миска глубокая, объем
4,3 литра, размер 28 на 11 сантиметров. Изготовлен из нержавеющей стали и производитель Китай. Стоимость такой миски 209,90. В продаже есть ковры с высоким ворсом, называется ковер Нил. Здесь они белого цвета, размер 80 на 120 сантиметров, изготовитель Республика Беларусь. Стоимость ковра 944 рубля. Комплекты постельного белья «Корона». Комплекты есть двухспальные, они изготовлены из полиэстера, ткань полисатин, изготовитель город Иваново. В комплекте простыня, пододеяльника, две наволочки размером 70 на 70. Здесь они в большом ассортименте, стоимость 699,90. Магазин «Светофор» привезли рабочие перчатки, размер универсальный, цвет черный, они двойной вязки, полушерстяные. Так, в упаковочке две пары, в составе 30% шерсть, 15% хлопок и 55% акрила. Изготовитель Владимирской области. Цена 99 рублей. Привезли майонез классический «Провансаль. Мечта хозяйки». Дой пакет 700 грамм. Изготовитель Россия. Цена 88,90. В продаже есть вторые блюда торговой марки «Армия России». Есть вот плов со свининой, масса 250 грамм, изготовитель город Стародуб. И есть еще курица с овощами, тоже 250 грамм, изготовитель у них тот же. А цена одинаковая, 91,50. Говядина халяль, тушеная, ГОСТ, масса 500 грамм, продается в стеклянной банке, изготовитель город Санкт-Петербург. Цена 135 рублей. В продаже есть домашние гарниры, овощной плов торговой марки «Увелка». Здесь 4 порции в упаковочке, масса 300 грамм, цена 48,50. Новинка – мюсли запеченные с цукатами ананаса и бананом. Масса 500 грамм, упаковочка рассчитана на 8-10 порций. Просто пакет, цена 98,50. А еще есть в продаже макаронные изделия, итальянская серия торговой марки «Союз Пищепром». Масса здесь 400 грамм, изготовлены они из твердых сортов пшеницы, группа А, высший сорт. Цена 26,50. В кондитерских изделиях тоже есть новинки. Печенье сахарное со злаками, молочная деревушка называется. 1080 грамм масса, изготовитель город Киров. Очень большая семейная упаковка. А цена 148,50. Привезли рахат лукум, ароматный, фруктовый, торговой марки Тимоша. В упаковочке 500 грамм, цена 85,50. А еще привезли вот такое печенье, называется оно сэндвич с ванильной начинкой. Масса 1000 грамм, изготовитель город Астрахань. Продается в коробке, цена 159,90. Друзья, привезли горбушу свежемороженую, цена 239 рублей за килограмм. Капуста по-корейски, салат торговой марки «Северная земля», 500 грамм, изготовитель город Самара, цена 58,50. А еще есть вот такая колбаса варено-копченая, она с сыром, так, называется деликатесная, масса 600 грамм, изготовитель Россия, город Волгоград, цена 179,90. А еще здесь есть вот такие ребрышки копченые со специями, называются оригинальные, изготовитель город Иваново. Продаются весом в упаковке почти 1 килограмм, где-то больше, где-то меньше, цена 200 рублей. Привезли селедку соленую, продается она здесь весом, цена 144,90. Сервелат гусарский, торговой марки «Царицына», колбаса сырокопченая, первый сорт, масса 500 грамм, изготовитель Московской области, цена 356,90.